Ко дню влюбленных Козы Корпеш Баян Сулу во Дворце культуры Горняков прошел областной семейный конкурс. Творческие, образцовые, чтящие традиции ячейки общества соревновались за звание лучших. Конкурс «Без ЕКМС» проводится в пятый раз. Ежегодно во Дворце культуры Горняков встречаются семьи социально активные, талантливые, сохраняющие семейные ценности и ведущие спортивный образ жизни. Горизановы одни из таких. Живут в любви и полном взаимопонимании. Не случайно выиграли в номинации «Самая благополучная семья». Мы интернациональная семья, к тому же молодая. Несмотря на разные национальности, у нас много общего. И взгляды на жизнь одинаковые, и сфера деятельности одна. Жена певица, у самого театральное образование. Играю на домбре, читаю стихи. Не поучаствовать в таком конкурсе не могли. Для нас важно всегда попробовать себя, тем более в день влюбленных. В конкурсе приняли участие жители Бухаржираусского, Абайского, Щецкого, Актагайского районов и города Карганды. По критериям победителем должна стать семья, близкая к творчеству, яркая и, главное, сплоченная. Такими, по мнению жюри, оказались Анерхановы. Им достался главный приз, диплом и денежная премия в размере 150 тысяч тенге. Вместе мы тянемся к искусству и творчеству. Участвовали, чтобы донести нашу жизнь до публики, то, чем мы живем. Сами с женой учителя, дети играют на домбре. Выступаем в конкурсе как маленький ансамбль. Подготовка длилась недолго. Думаю, наша семья больше остальных приобщена к музыке и культуре. Другие участники выиграли в номинациях «Самая творческая», «Самая образцовая», «Семья нравственная», «Следующая традиция» и были награждены денежным призом в размере 70 тысяч тенге. Мероприятие посвящено Дню влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу. Важно сказать, что любовь – особое чувство. Оно проявляется по отношению мужа к жене, жены к мужу, родителей к детям и наоборот. Когда она присутствует со всех сторон, тогда и считается любовью. Наш конкурс ориентирован на это. Дарья Чеканина, Ирина Нинашева, Николай Шевелев, Пятый канал.